В Ярославской области завершилось предварительное народное голосование по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» в Думу Российской Федерации. Последняя, 8-я встреча участников праймерис прошла в Угличе 8 августа. Кандидаты выступили перед выборщиками нашего района, а также Брейтовского, Никоузского и Мышкинского. Список кандидатов, участвующих в предварительном голосовании, был сформирован партией «Единая Россия» и организациями, которые вошли в состав Народного фронта. Их число в Ярославской области выросло до 45. Еще раз напомню, что встреча голосования в нашем городе была завершающей в рамках регионального праймерис. Она была организована празднично, перед открытием играл духовой оркестр, участники непринужденно общались друг с другом. Чувствовалось, что собрались единомышленники. Это подчеркнул на напутственном слове и губернатор Ярославской области Сергей Вахруков. Уважаемые избиратели, уважаемые участники праймерис, я хотел бы в первую очередь поблагодарить всех за активную жизненную позицию, за желание поучаствовать в этом процессе. И я уверен, все мы дальше также дружно будем продолжать реализацию намеченных планов. Сегодня последний день проведение народного голосования по выборам кандидатов в список «Единой России» от Ярославской области. С одной стороны, это последний день голосования, но с другой стороны, это новый этап в политической жизни Ярославской области не только перед предстоящими выборами, но я уверен, и на ближайшую, а может быть даже и на далекую перспективу. Потому что от голосования, от выступления с программами, от тех или иных вопросов и ответов на эти вопросы мы переходим сегодня к осуществлению реальной политики, вовлечению в процесс все большего и большего количества участников не только в политический процесс, а в процесс развития нашей территории, нашей Ярославской области. Всего в списке кандидатов праймерис 51 человек. В Угличе перед выборщиками выступили 31. У каждого было 3 минуты, чтобы представить себя и программные тезисы, заручиться поддержкой выборщиков, уполномоченных проголосовать в их пользу. Среди выступавших было много узнаваемых людей, таких как Валентина Терешкова, Анатолий Лисицын, Андрей Кокошин, Виктор Волончунас и другие. Действующие депутаты, да и те, которые являются потенциальными депутатами, прежде всего должны говорить о конкретных проблемах области, муниципалитетов и о том, как эти проблемы решаются и должны быть решены. По Угличу я принимал как-то здесь жителей, и передо мной стала очень острая проблема. Были конкретные люди, живые, в очень сложной ситуации, переселение людей из ветхого жилья, которые являются памятниками, причем часто федерального значения. Это тоже проблема, которая требует, я уже отправил ряд писем, она требует изменения действующего законодательства. Она очень сложная, тоже потребует больших усилий. В Угличе сейчас формируется третий технопарк. Вот эта тема мне особенно близка. Мы обсуждаем с руководством Углича, Угличского района этот вопрос активно. И я вижу свою задачу привлечения в этот технопарк значительных инвестиций, по крайней мере, на несколько сотен новых рабочих мест с хорошей достойной оплатой. Все участники лаконично и политически грамотно представили свои программы. Голосование за кандидатов было тайным, рейтинговым. То есть уполномоченные могли анонимно отметить в бюллетене столько кандидатур, сколько, по их мнению, достойны войти в список «Единой России» на выборах в Госдуму. Не всегда было очень приятно слушать, сидя в зале, 30, а то и более кандидатов, но, на мой взгляд, все выборщики стоически выдержали все эти перипетии, и совершенно очевидно, что каждый из кандидатов и каждый из выборщиков приобрел новый опыт. Конечно, все 51 кандидат, которые участвуют в предварительном голосовании, не станут депутатами. Но суть этой процедуры состояла в том, чтобы депутаты от партии «Единая Россия» прошли как бы через двойной фильтр. Сначала отбор на предварительном голосовании в партийных организациях, а потом непосредственно на выборах. Праймерис преследует и еще одну цель – формировать кадровый резерв партии, открывать и продвигать новых людей, которые объединены стремлением укреплять нашу страну и готовы предлагать и реализовывать проекты в этом направлении. Идею, которую я высказал на одном из праймерис, о создании общественного координационного совета из участников праймерис и из выборщиков,
она уже поддержана определенным количеством людей. Я думаю, что будет как раз очень важным продолжением вот этих встреч, этих обсуждений. И она реально может привести к конкретным результатам по развитию нашей территории, по реализации тех идей, которые каждый из кандидатов высказывал здесь в ходе праймериз в разных территориях Ярославской области. По прошествии предварительного голосования в Угличе, как завершающего аккорда, были подведены итоги праймериз в Ярославской области. Лидирующую позицию занял губернатор Сергей Вахрюков. Он получил более половины голосов от общего числа принявших участие в голосовании. За него проголосовали 1530 человек. Это составляет 75%. Следующая за ним Валентина Терешкова получила 49,2%. Андрей Кокошин набрал 44%. Анатолий Лисицын 43%. Итоговый список кандидатов от «Единой России» сформирован. Кто станет депутатом и будет представлять интересы нашего региона в Государственной Думе Российской Федерации, покажут выборы 4 декабря.